Вот и мы закончили наш проект. Вот такая у нас красивая, нарядная получилась куколка, несмотря на то, что ткань здесь такого как не ярких и не блестящих тонов, но куколка получилась очень нарядная с моей точки зрения, с интересным головным убором. Вот. И на этом мы заканчиваем. Если у вас есть какие-то замечания и пожелания, пишите внизу под видео. До свидания, до новых встреч и изменим мир к лучшему.